селе Александровка Новомолыклинского района вышла из строя водозаборная скважина, которая была единственным источником водоснабжения населенного пункта. 325 жителей в жару остались без воды. Вопрос оперативно рассмотрели на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из резервного фонда было выделено 2 миллиона рублей. Сразу же подрядная организация приступила к капитальному ремонту скважины. В настоящее время проводится работа по капитальному ремонту водозабора, а именно бурение скважины. Скважина глубиной 36 метров для обеспечения питьевого водоснабжения населения села. 18 июля имеющаяся скважина вышла из строя, и вот с 18 июля, к сожалению, подача услуги холодного водоснабжения в село прекращена. На время ремонта в населенный пункт регулярно подвозят питьевую и техническую воду. Грузовики курсируют ежедневно, утром и вечером. Жители к неудобствам относятся с пониманием и терпеливо ждут окончания работ. Мы уже привыкли к цивилизации, когда с крана вода течет, а здесь вот надо ее затаривать. Но это не смертельно. Так что это можно все это пережить. Я считаю, что нормально. И в бане моемся, в бане затариваем воду, вот, ну и стираем, все делаем. Вода должна поступить в дома к местным жителям к 14 августа. Работы на объекте находятся на завершающей стадии. Кроме того, в Новомолыклинском районе идет ремонт сетей водоснабжения в селах Йоховый куст, Высокий Колок, Средняя Якушка и Средний Сантимир. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.